С 23:30 15 числа отключено газоснабжение по улице Ленина, дом 105А. Всего 5 абонентов, 1 стояк. Причина отключения – утечка газа в сварном шве. Также с 11:00 16 числа отключено газоснабжение по улице Степная, дом 76. Всего 9 абонентов, 1 стояк. Причина отключения – утечка газа в сварном шве, квартира номер 3. В 14:20 16 числа отключено газоснабжение по улице 50 лет ВЛКСМ, дом 5. Всего 5 абонентов, 1 стояк. Причина отключения – утечка газа в резьбовом соединении муфты в подъезд номер 6. 16:30 16 числа отключено газоснабжение по улице Проезд Энергетиков, дом 8, подъезд номер 2, 15 абонентов. Причина отключения – утечка газа в футляре на вводе в подъезд. Итого, без газоснабжения у нас в городе находится 39 абонентов. Дайте, пожалуйста, пояснение, что произошло в пятницу, из-за чего было такое количество жалоб от жителей? Действительно, 15 числа в пятницу в 17 часов 15 минут массово увеличились заявки у нас. Всего за 3 дня у нас поступило 403 аварийных заявки. Из них подтвердилось 152, не подтвердилось 137. Вот. Были приведены в готовность наши дополнительные средства и люди, которые устраняли эти заявки. Что касается, почему это произошло, надо все-таки будет вам обратиться официально в наш головной офис. Я не знаю на сегодняшний день, почему это произошло. О том, что я уже в пятницу, буквально в 9 часов вечера, мы на этой теме уже разговаривали с министром промышленности, а в субботу утром, с учетом шквального просто количества звонков ЕДДС и на службу 112, разговаривал с зампредом правительства Бусаргиным. Комиссия уже выехала. Естественно, все официальные документы мы направили в соответствующее подразделение с тем, чтобы понять, что же все-таки произошло. Инспекторская комиссия уже находится в Балаково. Просто хотелось именно от вас тоже услышать, как своевременно работали ваши службы по устранению тех недостатков, которые на данный момент у нас имеются. На данный момент, я так понимаю, 39 абонентов у нас находится без газа. Скажите тогда, пожалуйста, как быстро мы устраним и подключим людей к газу? По этим объектам нужны сварочные работы. Сегодня эти сварочные работы будут закончены. Мы работаем с управляющими компаниями на эту тему, и мы эти сварочные работы сегодня выполним. Единственное, надо попасть будет, организовать совместно с управляющими компаниями доступ в эти квартиры для обследования газового оборудования.